На, моя девочка, на. Кто там? Кто там пришел? Посмотри, кто там пришел. Давай попробуем, может, ты йогурт будешь? Давай. Давай. Лисон ушел. Доброго-доброго дня всем, наши дорогие, уважаемые зрители, подписчики. Я думаю, что сегодня будете наблюдать только за ушками. Поздравляем всех сегодня с днем рождения, у кого день рождения. И мы знаем, у кого день рождения. У нашего подписчика, у Ильи... Да, вот так тоже можно, конечно. У Ильи из Риги день рождения. Илья, поздравляем тебя. Желаем тебе здоровья. Ну ты, я понимаю, что туда лезешь. Ну давай как-то посерьезнее. У парня день рождения, поздравим. Желаем тебе продвигаться в твоем направлении, в твоем творчестве. Желаем тебе раскрывать все больше и больше талантов, которые у тебя есть. Мы любим тебя и передаем тебе с Ники большой-большой привет. Знаем, что ты ее любишь. Да. И она тебя тоже любит. Любишь же? Ну честно скажу. Именинники, примите от нас также поздравления, дорогие. С днем имени вашего. Да? Ну, какая-то она сегодня, ну, вот такая вот. У нас такой боевой позитив. А также сегодня прекраснейшие дни. День дружбы и единения славян. Славяне, объединяйте славяне. Нечего вам ругаться. Нечего вам делить что-то. У вас один корень, одна семья. У вас одна земля. Объединяйтесь. Нас и так мало осталось по всей земле, чтобы нам еще ссориться и друг с другом драться. Да. Кофе будешь? Тогда давай кофе попьем. Давай. Сегодня также прекраснейший день улыбок незнакомым людям. Поэтому, когда будете выходить на улицу, улыбаться, ну, я иди. Ну и а что тогда ты хочешь, я не понимаю. Давай быстро ролик снимем, потом все нашим, всем, кто тебя любит, вот так сделаем и побежишь дальше. А что ты устроила здесь? Улыбок незнакомым людям день сегодня. Поэтому, дорогие наши, улыбайтесь, и как бы вас ни считали, как бы вам ни говорили, что а что, с ума сошел или еще что-то, все равно улыбайтесь. Это будет приятно. Приятно видеть улыбающееся лицо, идущее тебе навстречу. Все, иди, ты свободна, иди, давай, иди. Вот ты девочка, ты как все настоящие девчонки, сама не знаешь, что ты хочешь. Давай кофе вмажь. А также сегодня еще день моряка. Если нас смотрят моряки, все, кто ходит под парусом, желаем вам попутного ветра. А все, кто ходит под лошадиными силами, ну, двигатели, винты и все такое, желаем штиля, желаем, чтобы вы дошли туда, куда идете, без каких-либо приключений. Ни бурь, ни волн, чтобы на вашем пути не встречалось. А я про моряков говорю, я не... Ну, не без этого. Как можем, так и развлекаем вас. А еще сегодня день выпускников школ. И в лице Натаниила Валерьевича поздравляем всех выпускников. Натаниил Валерьевич, с окончанием школы тебя. И всех ребят, которые нас будут смотреть, видеть, мамы, папы, которые будут нас видеть, иди. Видеть, слышать нас. Поздравляем вас, у кого сегодня детки... Будут праздновать этот праздник. Поздравляем вас от души, от сердца поздравляем. А вам же, выпускники, хочу сказать, ребят, закончилось время, когда за вас думали, закончилось время, когда вам что-то говорили, закончилось это время. Теперь наступило ваше время, это переход во взрослую жизнь. У вас начинается новый, прекраснейший этап. Поэтому отнеситесь к этому серьезно. Отнеситесь. Сейчас не будут вам что-то задавать. Кто-то, учителя, не будут вас проверять. Сейчас самый большой ваш учитель, ваша проверка и ваше задание – это жизнь.
Поэтому определитесь, пожалуйста, с той профессией, которую вы хотите иметь. Все, иди, иди, Ники, дай мне нормально поговорить с ребятами. Иди, иди, иди. Только в ухо не кричи, иди давай. Ну что это такое? И ни туда, и ни сюда. Иди, говорю. Я же не держу тебя. Вот мои руки, иди отсюда. Ты меня уже обрызг... Давайте я закончу. А, начинается. Не любит девочка сниматься. Ваш главный учитель это будет жизнь. Поэтому определитесь с вашей профессией. Определитесь не с учебным заведением, куда хотите поступать, потому что это модно. Определитесь с тем, кто вы по жизни, кто, кем вы хотите быть. Нет никакой зазорной специальности или профессии. Все профессии хороши, все специальности хороши. Поэтому самое главное, чтобы вы понимали, куда вы идете. Я вам от чистой души и от большого-большого нашего любящего сердца это желаю. Что еще у нас сегодня было? Вот у тебя, пока ты мне в ухо закричала, у меня из другого уха все вылетело, вылетело, вылетело из другого, вылетело из другого уха. Как это может быть такое? Иди, 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 давай, давай. В общем, как-то так, уважаемый, опять начинаешь, да? Вот стоит мне начать говорить, как она тут же все недовольна. Уважаемые зрители, желаю вам прекрасного, прекрасного настроения. Улыбайтесь сегодняшним днем. Что-то еще было, если вспомню, я обязательно скажу. Илью поздравили, Натанила Валерьевича поздравили. Илью из Риги, да. В общем, если что-то вспомним, расскажем. Я помню про железную дорогу вам должен рассказать. Обязательно расскажу и сниму в ближайшее время ролик. Ну, не знаю, если с ней получится, с ней, если не с ней, то без нее. Да? Все? Все, заканчиваем. Ну тогда хотя бы повернись. На, хотя бы повернись. Ну, хочет она. Никак поворачиваться, никак. Тогда мы возьмем камеру и вот так скажем. Всем-всем хорошего настроения. Скандальная ты наша девочка. Все повыбрасывала. Все повыбрасывала. Всем пока-пока. До завтра, любимые.